Друзья, всем привет! Наконец-то появилось время вам заснять видео про свою новую третью теплицу. Размер ее 10 на 45. Недавно она была построена. Строил ее мой брат. Оставлю ссылочку на его канал в описании. Занимается постройками теплиц. Если какие-то вопросы, подписывайтесь на его канал. Он вам ответит, подскажет. В общем, по всей Украине строят теплицы, друзья. По поводу качества, я думаю, вы сами смотрите. Все ровненько, красиво сделано. Теплица у нас 10 на 45, выполнена из 40-й трубы. Шаг между арками у нас идет 2,05, как обычно. В этой теплице мы ее не бетонировали, в предыдущей я... Арки бетонировал. Это не бетонировал, смолой снизу замазали и хорошо затрамбовали. Вот такая вот теплица. Эта теплица специально, друзья, сделал под виноград. У нас в эту теплицу влезло 5 рядов винограда. Если посмотрите, это еще мы давно вот такие вот столбики делали. Видите, они не полностью виноградные. А снизу сами бетонировали, как виноградный, чтобы в земле. А вот такая вот у нас пруд был. Это у нас 16-ка, наверное, или 18-ка. В общем, как раз делали специально под подвязку, видите. Вот кольца для винограда. 5 рядов будет укрыто. Сейчас немножко с погодой наладится. И... можем накрывать. Пленка у нас будет, брали ватан, это Турция, размер 10 на 52, как раз ее хватит накинуть сверху и бока зашить. Теплица будет термос. Немножко позже будет делаться второй купол, видите, писюны под него сделаны уже, то есть уже подготовлено для второго слоя пленки. Это все делалось, друзья, не наверху, нигде ничего варилось, все делалось снизу по одному шаблону, то есть все сделал снизу, установили, просто кинул вдоль вот эти 40-е трубы и 25-ю сверху, все остальное варилось снизу. У нас, видите, с этой стороны будет одна калитка, это на сюда уже на огород вывозить, когда уже там листья и палки. С той стороны у нас тоже получается будет одна калитка. Окна здесь не будет, потому что здесь увеличено у нас окно, то есть у нас высота до чебурека идет 1,80 м, то есть этого должно вполне у нас будет хватать для проветривания, друзья. 10 на 45 теплица. Чебурек сделан. То есть такая бюджетная теплица, без окон всяких. То есть на это очень тоже много выходит у нас металла. Я думаю, этого вполне хватит для того, чтобы проветривалось. Вот такие вот, друзья, балаганы у меня были раньше. Сейчас решил накрыть, уже сделать полноценную хорошую тепличку, друзья. Сейчас я вам покажу, что у нас тут балагана. Вот так вот, друзья, выглядит у нас виноград. Видите, он уже обрезан. Осталось здесь позагребать, навести порядок. Снизу там у нас клубника. Если посмотрите, он там. Ничего, это чуть-чуть со временем наведется здесь, друзья, порядок. Такая тоже балаганчик. В принципе, как бы для выращивания там винограда, в принципе, он тоже неплохой. У нас здесь вмещается 3 ряда винограда. Есть балаган 4. Расстояние у нас, длина такого балагана идет... тут у нас ширина, вот точно не помню, здесь 2,2. Получается 5 метров. 5 метров ширина и 33 метра длина. Это мы в том году строили. А здесь...